Всем привет, с вами Эдвин. И сейчас в честь 40 тысяч подписчиков мы с дедушкой решили играть в нарды. Давай. 1 и 3. Ты научился играть в нарды? Да. Один и один. 4 раза по 1. Пять, два. Че, в чем правило, ты, Эдвин, знаешь? Знаю, но это я сейчас заколебусь там говорить. Ну ты расскажи. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять и два. Короче, суть черным вот в этой стороне. Это же здесь. Они должны попасть вот сюда, чтобы выиграть. А тут белая сторона должна быть сюда. Тут. Противоположную сторону. Да. Короче, черные вот так вот идут, белые вот так. Ага. Вот. И кто дошел... И все, и дальше. Да, кто, да, выиграл, тот еще под конец должен, получается, вот так все собирать. Выкидывать. Да, выкидывать. Выкидывать. Ой, никто быстрее. Вот, кидаешь кубик. Чтобы ход шел, что делать нужно? Ход, кидать кубик и вот... Кости. Да, кости. Дай. Не мешай, пожалуйста. Да нет. Вот. Вот там 1. Угу. 5. Вот сейчас дедушка ходит. 1. Ты что, прикольно играть? Да. Ты... 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Яночка, не шуми. 2 и сколько там? 5. 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 6. 8. Так. 5. 3. 4. Раз. Вот так. Кидай, кидай, кидай. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Нет. 1, 2, 3, 4, 5. 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
5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5
Наночка, иди поиграй, ладно? 6, 6, 5. Угу. 2 и 3. Раз, два, три. Вот, три и два. Два и три. У меня. Ты хоть раз выигрывал, нет? Да, один раз. Один и два. Один. Это два. Пять и два. Три и пять. Тут только шесть надо.3, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, все. И все, нет. 4 и 1. 5 и 2. Нету. 2. Где? А, вот 2. А ты умеешь мелочки играть, нет? Или ты умеешь мешаться?
Нет. Нет? Нет. Тихонечко, пускай играет, не мешай, ладно? Нет. Нету. Я только подаю ему. 3-2. Не надо ее подавать. 6-5. Вот, 6. Мы это в первый раз играем. Да. 5-3. Я не мешай, пожалуйста. 3. Она 5. Помогает, Эдди. 1-4. Такой публик весь в краске. 4-1. 6-3. 2-3. 3-3. А нет, стой. 2-3. Вот. Надо вот свести. Последний раз быстрее бить. 6-2. 6. Я пошла. Надо вот это заполнить. Ух ты, 6-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, я... И две штуки шестерки снимаешь. Выкидываешь. Все, я... А вы уже выкидывать начинаете? Да, я выиграл. Ну, еще не выиграл. Да, не последний. Выиграл один, тут можно быстро очень проиграть. Я быстрее выкину, чем ты. Да? Да. 5-4. Тебя, потому что здесь на единичке все стоят. Это 5. А у дедушки все в подконцовку. А мне надо играть? Ну, кидай, да, да. Сейчас объясню. 5. Где 5? 1. Ага. 1. И 1, 2, 3. Пятерку 4. Убирай, вон же 5. Нет, 5. Тут. Вот. А, с этой 1, стороны 2, делайте. 3, 4, 5. Я правильно пришел, значит. А кто вот так выкинет? 1-6. 6. Раз нету 6, там 1, 2, 3, 4. Если уже тут последний нету, значит с пятерки снимаешь. 5-4. Вот 5. Угу. Вот 4. Да. 2-4. 4-2. Вот 2. Снимаешь. 1, 2. 4 у меня. Нету, значит ты играешь. 1, 2, 3, 4. 2-3. Вот 2, вот 3. 2, 1 и 3. Подожди, что делаешь? 1, 3. Снимай. Смотрите, 5, здесь вот, еще вот, одна 5. Есть. Угу. Вот. Там, одна шахмата. 5, 3. Ладно. Нет. Сейчас, подожди, Миланочка. 4, 5. Нет, значит ты играешь просто. 5, это я буду играть. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и 3. 3. Ага. 3, 4. Походу дедушка 24. Меня быстрее. У него же, видишь, последние остались. Потому что у тебя же сзади пиво, а у меня впереди. Да, мне надо 6-3, надо сказать. 5-2. У этого больше дедушки мало. 5. Нет, нету. Если нету, ходишь. Ходишь. Ничего нету. 4, 5. Неверно. Вот сейчас, если тебе 6-6 будет, ты выиграешь. Как? 6-6. У тебя, если будет. Вот 3, вот 2. 6-2. 6-3. 2 нету. А, 2 хожу. Ну, 3-4. Вот, 1, 3, 5. Вот 3 снимаю, 5 тут нету, значит, 1. У тебя 1 осталась. Если 6-6, я выиграю. Уже да? Нет. А, нет? Потому что у тебя 5 штук. 6-3. Это 3, это 6. Ну, все. Я, короче, проиграл. Вот есть еще шахматы. Вот в честь 40 тысяч подписчиков, да? Еще шахматы. Ну вот все, ладно, давай, Эдвин. Давай, всем спасибо. Всем спасибо, что подписались на мой канал. У меня уже 40 тысяч подписчиков. Большое вам спасибо. И мы решили с дедушкой. Я проиграл в честь 40 тысяч подписчиков. Пока.